оставляет Милу уже не первый раз. Алексей Швед — это первый трех очков. Вон Китковских иногда на позиции центрового неплохо выглядит. Алексей Швед бросает самую, забивает тяжелейший трех очков. Хорошо чувствует вот в этом позиционном нападении Даллас Мур. Дальний бросок. Как же долго Даллас Мур ждал возможности. Защищается спиной Джейлон Барфорд. И защищается-то удачно. Мур в итоге так мяч не выбросил. Вот только сейчас свою попытку совершает и забивает ее. Размен. Вот Крис Хортон, например, уже против двух игроков, конечно. Промахивается Персео, забирает подбор и попадает под блокшот. Это был Самсон Руженцев. И московские болельщики поддерживают ЦСКА. Швед со средней забивает. Секунд Лока ввести мяч в игру. А еще есть правило 8 секунд. ЦСКА перехватывает этот мяч. Швед. Передача под кольцо и два очка от Ивана Ухова.